Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Продолжаем проходить игру «Последний день на Земле». Так, грузовик. Смотрите, что надо для него, а? Да, таких деталей я пока еще не видел, особенно микросхемы. Ну да не беда. 36 секунд, ребята, и я дойду до своей базы из этого леса. Зомбарей по-прежнему на меня прут волной. Так что будем выживать в этом мрачном мире. Мрачном и пустом, я бы так сказал. 21 час, и они до меня доберутся. И они смогут разрушить мне мой дом. Лишь ловушки какие-то могут противостоять им, но у меня их нету. Ну что же, вот я и дома. Дом, милый дом. Заходим. Вас легче заметить, если вы бежите или едете на транспорте. Вот так вот. Ну что, хоккеист, пойдем смотреть, что мы сейчас можем с тобой сделать. Так. Что у нас тут? Ничего. Нужна пустая бутылка. А у меня пока все полностью забито. Так, ну что же, давайте, ребят, наверное, посмотрим, что мы можем с вами создать. Плавильня. Нужно 5 руды железной. А у меня, по-моему, и нет ее, да? Ну-ка, а нет, есть, есть, ребятушки. Ну что же, давайте тогда ее и сделаем. Да елки-палки, не сюда. Ядрить его на корень, я уже забыл, ага, вот. Ну что же, изучаем. Теперь вы можете создать плавильню, конечно, могу. Подожди, у меня что, опять нет места в инвентаре? Давай что-нибудь выложим сейчас. Вот так вот. Болты, я думаю, тоже нам не нужны. Так, шкура пригодится еще, мало ли там для чего. Вот провода точно не нужны. Карточка, фонарик сломанный и вот это я не знаю, что такое. Ну, теперь-то уж должно хватить. Так, что у нас тут? Морс готовится, да? 8 стаканчиков, так сказать, мы уже набрали. Ух, мяско пускай жарится. Я думаю, от него будет больше толку. Так, давайте, наверное, сюда древесиночку сейчас засунем. Как раз 20 штучек. Пускай делаются у нас доски деревянные. Так, ну что же, ребята. Теперь пора сделать нам плавильню. Так, создаем. Отлично. Теперь поставим, наверное, ее, ребята, где-нибудь в уголочке, я думаю, да? Чтобы она нам особо сильно не мешалась. Давайте вот здесь ее сделаем. Ну что, шикарно. Теперь посмотрим, что она дает нам. Так, рецепты. Ага, вот оно что, ребята. Слитки, железные слитки, стальные, титановые там будут. И вольфрамовые, обалдеть. Ха-ха. Да, видимо, тут рудников-то будет до хрена всяких. Ну что ж, давайте на переработку туда металлический хлам. Наверное, сбросим эти, да? А, у нас еще здесь есть. Ух, шикарненько. Сейчас мы, ребята, с вами тут на выплавку-то понаставим. И все будет хорошо. Будем зарабатывать с вами первые слитки железные. Так. Ай, ё-моё, нужно топливо еще. Ай-яй-яй-яй-яй, дерево нужно. А у меня с деревом-то, по-моему, туго. Очень даже туго. Давайте заберем отсюда, наверное, дерево. Вот так. Разделить его. Сделаем, короче, 10 досок. А остальное пустим на плавку. Вот так вот. Самое то, что надо. Да, надо не забыть, что нам нужно дерево, ребята. И очень много. Угу. Радио. Так, провода, слитки. Этого пока мы не можем сделать. Коврик. Я так и не понял, зачем он нужен. Отправная точка при появлении дома. Что за бред? Душ. Слушайте, а почему бы нам не сделать с вами душ? У меня хватит материалов. Так, ягодки. Так, компот пускай здесь у нас пока стоит. Так, отлично. Жажду утолили. Ну, с голодом еще немножко есть проблемы, но это не беда. Так, ребят, давайте выложим всякий хлам, что, который у меня тут лежит, ненужный. Так, отлично. Здесь выложим руду, наверное, да? Нет, шкуры. Да, сюда мы выложим шкуры.
Так, а вот сюда уже выложим руду и известняк. Потому что я думаю, что с ним бегать бесполезно. Он нам нигде сейчас не пригодится. А инвентарь захламляет, он нам хорошо. Все, вроде бы неплохо. О, дерево у меня есть. Отлично. 16 дерева, это же хорошо, ребята. Топорик, блин. Так, давайте заберем. Где у нас? Мне нужно просто сделать топор сейчас. Хотя, ребята, у меня топорик-то есть. Ну, немножко покоцанный, конечно, но тем не менее есть. Может быть, не стоит пока спешить. Так, что у нас тут в костре? Мясо готовится, отлично, одна штучка есть, это хорошо. Два дерева всего, правда, ну да ладно. Так, давайте здесь посмотрим, что у меня на огородах. Ну, семян у меня нет, так что... Здесь уже 4 морковки выросло, брать пока, наверное, не будем, да, ребят? Пускай они растут у нас дальше. Чё такое? Блин! Волчара, ну-ка! Получи. Отлично. А где шкура? Почему шкуру не дал, а? Вот жадюга. Ну что же, давайте, я не знаю, блин, у меня проблемы с хпшками, ребята. Очень слабенько. Так, давайте тогда, о, уже два мяса сделалось. Замечательно. Так, давайте съедим. Сколько она дает нам? Блин, не показывается, а? Сколько хп... А, вот. Ну, по крайней мере, уже что-то. А то было вообще ничего. Так, у меня еще нож там лежит. Это хорошо. Давайте возьмем, наверное, бинты. Сколько они, интересно, восстанавливают мне жизни, а? Так, минус один бинт. 70 хп у меня в данный момент. Из 100. А ну-ка. Давай сюда, миско, иди. Да куча, как говорится, будет жариться у меня. Дровишки еще подбросим. Блин, все разделить. Вот так вот будет самое то. А в печке? Ну, в печке, в принципе, хорошо. Но давайте, наверное, добросим, а? Так вот будет вообще самое то, что надо. А здесь у меня досочки готовятся. Ладно. Все пока хорошо. Все у нас работает. Все, как говорится, настроено. Ну что, ребят, наверное, будем с вами отправляться куда-нибудь. Клюшка, блин, клюшка сейчас уже сломается у нас. Надо взять топор. Где-то у меня здесь копье заберем. Или нафиг оно нужно? Урон 10. Нет, какое-то слабенькое. Давайте возьмем нож мясницкий. Молоток тоже. Вот, вот это самое то. Но опять же покоцанный, блин. Надолго его не хватит, боюсь, а. Так, факел может взять еще. Давайте факел возьмем. Так, и что у нас еще осталось здесь? Молоток. Ну, я его не хочу брать, он слабенький, да? 8 урона всего дает, вообще никуда не годится. Так, давайте возьмем стейк. И вот этот возьмем, наверное, тоже. Поставим на жареку. И аптечки. Так, отлично, объединим. Так, давайте бросим сюда мясо. Подожди, где оно? Так, вот оно, отлично. Все. Ну что, ребят, я думаю, теперь пора бежать уже, наверное, на карту. За ресурсами, как говорится. Большинство зомби плохо видят. Порой можно прокрасться мимо орды зомби незамеченным. Это хорошо. Ну что, куда рванем, ребята, а? Не знаю, опять в лес, может быть, а? Бункер Альфа. Да, ребята, я знаю, что вы мне писали, что сходить в бункер. Ну, давайте я это сделаю, наверное, в следующей серии. А сейчас пока немножечко пособираем ресурсов. Ну что, в рощу? Не, давайте все-таки пойдем, наверное, в каменные холмы. Пешком, не будем мы тратить энергию. Да у нас ее и нету. Ну все, ребят, 12 минут нам идти, так что нормуль. Ну что, ребята, 47 секунд у нас до точки назначения. Сейчас это время быстренько пролетит. Камни резкое. Позволяет разделать камни на ровные одинаковые блоки. Это хорошо. Блин, чоппер. Ёлки-палки. Это всего надо, чтобы его сделать. Зато передвигаться будем быстро. Хм. Довольно неплохо. Бейсболка. Ну, это вообще самое начальное снаряжение. Наверное,
Защита практически никакая. Так, давайте, давайте. Осталось тут немножечко, ребята. Блин, смотрите, зеленая. Я знаю, что ребята вы писали мне, где зеленая означает, можно руками просто бить монстров этих, зомбарей. Где желтая, там посильнее уже. Ну, а в красном, я так понимаю, там вообще полный хаос. Ну, это мы подсказочку читали. Скрытность. Замеченным можно, точнее, незамеченным можно пройти мимо зомбарей. Так, мы только начали играть, и я смотрю, уже зомбари на подходе. Да, это плохо. Известняк, отлично. Давайте еще возьмем немножечко. Он нам пригодится. Так, шикарно. Так, я думаю, надо убрать нам эту клюшку и поставить тесак. Замечательно. Ну что же, пойдемте. Ну, это мы собираем все, что валяется у нас бесхозно. Все, как говорится, пойдет у нас в дело. Рубим, рубим деревья. Так, отлично. Три бревна заработали. Ягоды. Так, зомбарь стоит, да? Да, родной, ну иди сюда. Опа-на, покромсали мы его, замечательно. Так, дерево, очередное дерево. Ресурсы нам нужны, ребята, и очень много. Сами видели, что... Блин, топор сломался, елки-палки, как вовремя все, а. Ну-ка, ягодки, иди сюда. Доски, бревна, бревна, а не доски. Доски мы будем с вами делать уже потом. Топор требуется. Ну что ж, давайте тогда скрафтим, наверное, его. У нас хватает для него все. Да, все отлично. И давайте продолжать рубить деревья. Мне вот еще бы хотелось узнать, у меня будет увеличенный инвентарь? Или все, вот рюкзачок, это максимальное, что я могу с собой таскать. Ну, помимо карманов, конечно. Вот она, железная руда нам, кстати, тоже очень нужна. Слитки металлические, железные, точнее, нам очень скоро пригодятся, я так понимаю. Вот так вот. Все, что здесь лежит, все будем забирать. Пока у меня не переполнится инвентарь. Так, три известняка есть. Еще один. А почему один? А, все, ребята, у меня инвентарь полон. Вот незадача-то, а. Может, семена выкинуть? Мне этого мало будет. Да, удаляем. И продолжаем добывать известняк. Да что такое? Теперь кирка сломалась. Ну что ты будешь делать? Блин, давайте делать тогда уже. Ё-моё! Ух! Хидрить его на корень! Толстяк! 240 хп! И у меня 44. Успею отхилиться, нет? Ах, гад! Прыгает попрыгун. Ну-ка, давай, иди сюда. Отбегаем нафиг. Тридцатник отнимает своим прыжком поганым, а? Даже не знаю, ребята. Да где эта аптечка? Блин, отлично, все. Ну, теперь-то я его должен накумарить. Сюда, жирный. Я уже боюсь, что он будет прыгать просто-напросто. Вот он. Ать, не успел маленько. Блин. Тратим последнюю аптечку. Ну все, должен сдохнуть он, гад. Так. Ать, на дорожку все-таки он меня прописал, блин. Ну ладно, зато неплохо он дает опыта. Это тоже замечательно. Правда, я две аптечки на него профукал. Давайте этого... Ух ты, хотел, блин, оленя подбить. Ну, как видите, зомбари тут везде. Тряпка грязная, блин, какая-то у него там в кармане была. Так, надо как-то подкрепиться нам, ребята. Иначе можно откинуть копыта. Ну что же, в принципе, нормально. Ягоды можно тратить, ребят, это не жалко. А вот морсик, он нам пригодится. Так, давайте добывать железную руду. Так, отлично. Ага, тут целая шайка этих зомбарей стоит, смотрите, да? Так, известняк валяется, пригодится. Заметить, нет? Интересно, а как они здесь вот это вот замечают, блин? Наверное, все-таки слышат, что я долблю. Смотри,
Идет какой-то гаденыш, блин. Хотя он стоял дальше, чем он тот первый. На тебе. Ё-моё, еще и оружие сломалось. Что за невезуха-то такая, а? Все поломанное, все переломанное. Придется с ключкой бегать, а что делать? Выбора нет. Так, у меня еще одно местечко есть. Давайте факел поставим. Как говорится, все равно этот клюшка не намного сильнее факела. Будем его транжирить. Отлично. Известняк у нас идет. Так, руда, смотрю, железная. Ягоды обязательно забираем. Железная руда нам нужна для... Да что такое? Смотри, идет, а? Крадется, гаденыш. Ну, давайте его факелом сейчас. Так. Поджарили. Жалко, что он от факела не загорается. Было бы еще лучше бы. Ёлки-палки, я 10 уровень, ребята, получил. И это же мне дает, по-моему, возможность что-то новенькое там делать. Если я не ошибаюсь, конечно. Так, давайте известняк этот забираем. 3 штучки. Ягоды я вижу. Отлично. Так, еще залежи руды. Обязательно заберем. Слушайте, тут довольно быстро растет уровень, я смотрю. Ай, волчара. Так, отойди от меня. Так, забираем с него. Ну, самое то, что надо. Блин, хочу шкуру. Дай мне шкуру. Вот так вот. Так, известняк. Все, что... Блин, опять он прицепился. Ну, ладно. Сам, как говорится, напросился. Гори. Веревка. Ну, а что у него еще может быть, кроме веревки? Ну, еще может быть грязная тряпка. Сгнившая. Еще один, а? Неугомонный. Кстати, по-моему, уже потемнело, да? Ночка. Кстати, я смотрю, вроде, ребята, там сундук лежит какой-то. Давайте-ка глянем, что здесь. Блин, единственное плохо, что у меня инвентарь уже полный. Ух ты, водичка. Нормально, забираем. Ну, а этот... Я не знаю. Давайте тогда оставим. Металлолом пускай лежит. У нас все-таки есть железная руда. Так что сейчас как-нибудь без него. Ради одного занимать ячейку в инвентаре нет смысла абсолютно никакого. Так, я смотрю, там еще один зомбарь вроде как стоит. И не видит меня, да? Ай-яй! Ой, это бегун! Елки-палки, бегун! Ну, давай посмотрим, как мы с бегуном. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 ударов факелом нужно, чтобы он сдох. Давайте бинт используем. Да, кстати, грязные тряпки, ребята, очень даже нужны для того, чтобы делать бинты. Сами видели, довольно неплохо они подхиливают. Лучше, чем жрать там мясо или еще что-нибудь. Давайте рубить это дерево. Так, надо, кстати, посмотреть, что у меня там в инвентаре вообще творится. Ну, раз пока собирается, значит нормально все. Как только забьем себе все карманы, сразу отсюда даем деру, ребята. Так, растительное волокно. Да вот, еще один гад идет. Смотрите, ребята, я недавно получил уровень, да? И уже скоро ядрить его на корень. Да что такое, что за нефарт? Все у меня ломается сегодня, а? Давай, клюшка, иди в бой. Что делать? Другого у меня ничего пока нету. Так, давайте так вот сделаем. Ну, я думаю, нормально. Ух ты, еще ящик, да? Ядрить... Так, а это еще что за Джейсон тут бежит за мной, а? С чем он там? С молотком, по-моему, да? Блин, может его накумарить, а? Попробовать. Рискнем, как говорится, ребят. Отлично, я его победил. Уродица таки. Давайте заберем, наверное, молоток. Так, руда нам тоже нужна. Ну, в принципе, и все. Ага, там за мной еще два зомбаря увязались. Надо нам, наверное, ребят, подхилиться чутка. Совсем немножечко. Так, отлично. Ну что, будем им валить. Давайте, накумарим. Отлично. Ну, эти зомбари... Да что такое, и все, и клюшка сломалась. Ну, это вообще, ребят, никуда не годится. Придется вот так вот молотком бегать.
дубасить, если что. Давайте возьмем вот так вот сделаем. Водичка у меня есть. Ну, с водой, с жаждой у меня проблем не будет. Еда пока тоже есть. Самое время добежать нам до того чемодана, который остался у нас лежать. Или сумка, что там, я не знаю. Где нас зомбари спугнули. Ага, вот она лежит. Ягоды взяли. И посмотрим, что здесь у нас есть. Ага, баночки, консервы. Блин, давайте вот так сделаем. Я ведь знаю, что в дальнейшем они нам пригодятся, ребята. Вот так вот придется делать. Хоть как-то освобождать себе место. Ну-ка, ягодки, идите сюда. Эй, олень убежал. Упырь, а не олень. Ну, ага, вот, давайте еще рудишки немножко соберем. Все, ребята, ровно половина у меня 11 уровня, так скажем. Все, и кирка сломалась уже. Да, день поломок называется, блин. Так, давайте создадим. Потому что в любом случае надо набирать как можно больше. Че идти с пустыми руками домой? А, да что такое-то, блин? Два известняка. Все. Все, ребята, полностью все забито у меня. Дерево. Дерево, конечно, маловато. Всего 11 штук. Продолжаем. Кто там увязался? Ливер какой-то, блин. Давайте бомбить его, фигли делать. Успею, нет? Отлично, отлично. Ну, ага, хорошо, забомбил я его. Забираем ягоды. Все забираем, и руду. Блин, руда у меня перебор с ней. Придется лопать, фигли делать. Ну, и в принципе все. Молоток у него там. На два удара всего лишь. Не будем мы захламлять, наверное, да? Так. Да, ничего больше хорошего у него нету. Продолжаем, ребята, наш путь. Сумку лазили мы в эту, нет? Да, в эту лазили мы. Ну что ж, давайте тогда рубить деревья. У меня там, по-моему, всего 11 бревен. Это еще 9 штук, как говорится, можно. 3 дерева срубить и все. Погодите, а он тот желтый, мы проверяли или нет? Вот этот вот. Вот эту сумку. Нет. Ё-моё, блин. Если здесь сейчас что-нибудь хорошее будет. Так, консервы. Ну, в общем, нормально все. Все, что нужно, мы забрали. Так, я даже не знаю, что делать-то, а. Так, 17... 17 бревен у нас. Ну иди сюда, зомбарь. Получай, как говорится, свои люли. Сдох. Так, немножечко побегать, ребята. И можно здесь же еще получить 11 уровень. Будет вообще прикольно. Да я в курсе, что не хватает места. А что поделаешь? Давай, иди сюда. Все вроде бы, да? Здесь мы проверяли. Да, отлично. А красненькие стрелочки, это что у нас там? Не стрелочки, а эти крестики. Это означает, где трупаки, что ли, лежат? Ну что, я так понимаю, последнее дерево мы срубаем с вами, и все на этом. Да. Инвентарь полностью заполнен. Эх, тут вариант только один, ребята. Наверное, возвращаться на базу, домой, в родные пенаты. Ну, а на этой ноте, ребят, я буду, наверное, завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся в следующей серии. А на этом все, я буду заканчивать и идти домой отдыхать. Все, удачи, ребята, до новых встреч, до новых видосиков.